Всем привет! Сегодня я вам покажу, как собрать стационарную добывательную станцию с обороной и с дальнобойными лазерами, еще такими дополнительными. Так, сначала сейчас делайте две этих пушки. Смотрите, нам нужно две вот таких вот красных шестерочки. Именно вот таких вот с крестовиной. Не вот таких вот шестерочки красных, а вот таких с крестовиной. Две двушечки таких же красных, только двушечки именно с крестовиной. Две вот такие, в которые надо вставлять крестовины, типа. Точнее, четыре их. Это я сейчас для двух пушек уже делаю. И еще нам нужны вот такие вот две штуки. Они как будут вот отсюда, типа, дополнять этот лазер. Такие вот, желтые. Вот тут с крестовиной, а вот тут вот не сюда только тоненькие. Можно кругляшки вставлять. Так, я сейчас одну буду собирать, потом вторую просто сам. На одной показываю. Берем вот одну красную крестовину. Вставляем в нее вот такую вот красную, в которую вставляют. Вот так вот. У нас получается вот такая вот конструкция. Потом с другой стороны также. А, нет, подождите. Вот так вот мы надеваем эту желтую вот сюда вот. И у нас получается вот такая конструкция. Потом же мы это все закрываем еще одной вот такой вот красной. Видно? И заканчиваем вот двушечкой красной. Все, у нас получается один лазер. Также собираем второй. Тут я не буду без подробностей, побыстрее, потому что пока буду там говорить просто. Так. У нас дальше. Для следующего этапа нам нужно две теперь белых, в которые вставлять. Именно. Которые вставлять семерочки. Две. Одна черная, четыре крестовины. Вот такая вот. И еще. А, ну и пока вот все. Этот шаг будет коротким. Вот, берем два наших лазера у нас готовых. И на один из них так вот надеваем эту черную крестовину. И вставляем вот так вот. А, нет, стоп. Еще нам понадобится две вот этих вот. Вот таких вот черножки. Вот, видите? Которые мы вставляем вот так вот на один. Вот так вот. Видите, в самом низу. И вот так вот один промежуток между ними, чтобы был между чернушкой вот этой и вот этой. И дальше мы надеваем вторую белую 7. И они вот так вот скрепляются. Их нельзя вот так вот рассоединить. Главное. И закрываем это все вот так вот. У нас уже вот такое вот получается. Видите? Типа прикольно. Но это еще не все, потому что дальше мы берем две вот таких вот белых девятки. Четыре черных. И вот тут вот так вот собираем. Чтобы они так вот были. И на них вставляем вот так вот. Одну. Главное, одну. И дальше берем вот таких вот две снова красных шестерки. Так вот. Вот тут вот так вот вставляем. Так, дальше мы
Вот тут вот у нас же вот эти. А, ой, вот так вот. Мы вот так вот делаем. Это у нас будут пулеметы. Так вот. Ой, вот так вот именно надо. Так вот делаем черную вот такой вот угольник. И темно-серый в другую сторону. Вот у нас такая конструкция. И дальше это вот этим вот закрываем уже, наконец-таки. Тут придется еще приложить небольшие усилия. И дальше снова двумя вот такими вот серыми. В прошлый раз не показал такими вот. Видите, тут крестовина, которая тут вот двойная. И снова на них те же пулеметы делаем. И все. У нас как бы добывалка готова. Тут вот черная. Это черная. И они типа там еще внутри. Там есть механические буры и механические руки. Буры будут выбуривать всякие там типа породы, а руки брать осколки их и выносить на поверхность. Всем пока! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите наши видео. Всем пока!